Всем привет, меня зовут Вероника Коняхина. Я являюсь бьюти-экспертом, бизнес-партнером компании Reflame. Сегодня хочу с вами поделиться кремовыми стиками для лица The One. Эти стики у нас появились 2 года назад. В принципе, завоевали сразу любовь пользователей, потому что такие продукты есть во многих брендах. Здесь есть сразу 4 продукта. Это контуринг, это румяна, это хайлайтер и это бронзер. Чем удобны эти продукты? То, что они кремовые, они хорошо растушевываются, они не сильно яркие, то есть вы можете их наслаивать, если вам нужно больше оттенка, больше интенсивности, да, то есть это вы уже сами выбираете. При этом они смотрятся максимально естественно на лице. Румяна можно использовать, ну и в принципе контуринг, румяна, бронзер как продукты многофункциональные, например, как тени, как помаду, не только как продукт для лица. Они не сушат кожу, а наоборот, даже если наносишь на губы, действительно очень ухаживающий эффект остается. У меня у самой в косметичке это румяна, я и сегодня ими красилась, но я румяна всегда наношу максимально незаметно, потому что я не сильно люблю, когда прям на лице яркий макияж, только если вечерний. Также хайлайтер, вот эти 2 стика у меня в косметичке личной, контуринг, бронзер еще не брала себе лично, но если вы как раз этими продуктами пользуетесь, вы можете тоже на них обратить внимание. Сейчас они идут со скидкой, хватает их реально надолго, потому что кремовые продукты в формате, так скажем, помады выкручивающиеся, да, поэтому действительно расход идет минимальный. Так что рекомендую попробовать и оценить.